Предрейсовый медицинский осмотр проходили? Механик утром проверял? Подписав путевку, механик заверяет, автобус исправен, но есть и такие, кто не боится, отправляет на линию с неисправностями. Дорожные полицейские за полтора месяца этого года уже привлекли к административной ответственности 5 должностных лиц, выпустивших на маршрут транспорт с поломками. Виктор Данилов приехал издалека, из Яра. Инспектор не испугался, говорит, все в норме. Смотришь, ну все, тормоза проверяешь, световое проверяешь, ходовую все, все даже не близко ехать. А где душитель-то? Из-за чего просрочен, Виктор Владимирович? Не углядели? За просроченный огнетушитель ярского водителя привлекут к административной ответственности. Инспектор щепетильно проверяет все, начиная от аптечки до техсостояния пазика. Внимательно приглядывается капитан и к самому водителю. Самочувствие шофера должно быть в порядке. Весь общественный транспорт в Удмуртии госинспекторы проверят. Операция плановая, на южной автостанции рейд уже был. С рейса сняли автобус до Вовожа. У машины были неисправны тормоза. При проверке одного из автобусов мы увидели неисправную тормозную систему, в результате чего мы запретили эксплуатацию автобуса и поставили на специально охраняемую площадку до устранения причины задержания. Люди-то, скорее всего, негативно отнеслись к этому, но большая часть с пониманием отнеслась, потому что все-таки безопасность и их человеческая жизнь, она приоритетна. Аварии с участием общественного транспорта участились. В этом году уже 16 происшествий. 37 человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику приводят госинспекторы. Почему общественный транспорт стал чаще фигурировать в сводках происшествий, профессионалы готовы пояснить. Нет профессионализма, во-первых, у автобусников. Набирают, кого попало. А уважения других водителей нет. Это самое главное. Абсолютно невозможно ездить. То есть от остановки отъезжаешь, подрезают люди, не смотрят. Тотальная проверка автобусов будет проводиться в Удмуртии до 18 февраля. Но и после общественный транспорт остается на контроле дорожной полиции. Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».